неделе в Беларуси впервые обнаружены поддельные рубли нового образца. 22-летний житель Гомеля на сверхточном принтере распечатал фальшивые банкноты. Говорит, хотел удивить любимую девушку, подарить ей туфли мечты. И осуществил задуманное. Но благодаря камерам видеонаблюдения его нашли уже на вторые сутки. Теперь молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы. Это «Неделя в Беларуси». Я Юрий Гройеров. Здравствуйте. Хотел как можно больше жертв. 17-летний маньяк, напавший на посетителей торгового центра в Минске, дает показания. Как сохранить психическое здоровье и какова природа агрессии? В студии известный врач-психотерапевт Дмитрий Сайков. Конфликт исчерпан. Беларусь и Россия договорились о ценах на газ и тарифах на транзит нефти. Высокий гость с Туманного Альбиона в Минск приезжал принц Кентский. Понравится? Оплатим. Норвежские инвесторы провели в Беларуси конкурс стартапов. Беларусь обсуждает подробности резонансного преступления. 8 октября в минувшую субботу молодой человек с топором и бензопилой напал на посетителей торгового центра в Минске. Напомним, 17-летний Влад Казакевич вошел в здание с чехлом от гитары. В нем лежали бензопила и топор. Сначала парень завел пилу и убил женщину-продавца. Позже взял топор и нанес ранение еще двум женщинам. Я с третьего этажа спускалась вниз. Вот я спустилась, бежала толпа людей с детками, девочки бежали. Наши кричали: вызывайте охрану, милицию. Бежит человек с бензопилой. Продавцы торгового центра сумели задержать убийцу и вызвали милицию. Владислав Казакевич – первокурсник Международного института трудовых и социальных отношений. За пропуски в начале октября был отчислен. Из неофициальных источников стало известно, что в ту же субботу Владислав приносил бензопилу и в институт, однако, к счастью, она не завелась. На допросах парень признал свою вину. Мотивом преступления Казакевич называет разочарование в жизни. Говорит, хотел убить как можно больше людей и быть убитым при задержании. Известно, что парень проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Жил Владислав один, родители в разводе. По показаниям нашего самого подозреваемого, умысел на совершение убийства у него возник незадолго до, скажем, событий вчерашнего дня. В рамках подготовки к этому убийству он приобрел в одном из магазинов города Минска бензопилу, приобрел вышеуказанный топор и средства защиты при работе с бензопилой. Это защитная яркая куртка, в которой он находился, балаклава, маска, которая открывает не маска, а шлем, который, в принципе, позволяет быть открытым только лицу. И защитные очки. Очки массивные, такие, как используют примерно горнолыжники, в том числе. Поэтому многие люди говорили, что он находился в маске. Значит, и плюс еще на нем были одеты защитные наушники, достаточно массивные. Значит, с защитой, в том числе и верхней части головы. Поэтому, когда граждане пытались его обезвредить, в том числе ему там пытались нанести даже удар стулом по голове, значит, ну, это не возымело, скажем так, того эффекта, как это было бы, если бы голова была не защищена. Если же результаты экспертизы докажут его вменяемость, несовершеннолетнему грозит до 12 лет тюрьмы. Больше 17-летнему подростку присудить нельзя. Прощание с убитой в торговом центре Еленой Александронец состоялось во вторник. У нее остались муж и дочь. Вторая женщина, получившая серьезные ранения грудной клетки, находится в 10-й клинике столицы. По словам врачей, неделю спустя ее состояние стабильное. Ушили все те повреждения, которые она получила. Сейчас она в сознании, сама разговаривает адекватно, питается обычно. Происшествие в торговом центре вызвало много вопросов к службе безопасности. В МВД Беларуси обсуждаются меры по усилению охраны торговых центров и других многолюдных объектов.
Пока следствие разбирается в мотивах этого преступления, мы поинтересовались у прохожих, в чем они видят причину агрессии подростков. Я думаю, от безделья, от незанятости. Да? Да, именно только так. То есть даже вот человек, ну, человек мы... который совершил страшную вещь, он от безделья это сделал? Ну, он от того, что болен был. Я думаю, человека формирует окружение его, правда? Если ребенок в плохой среде, он впитывает. Но если человек болен, то с этим это уже сами понимаете. Насколько я помню, этому парню было, он 98-го года. И сейчас очень быстро... Человеку не хватает времени для социализации. Вот что я бы сказал. То есть подросток не... 13, 14, ну, 16 лет он еще не успевает адекватно оценивать обстановку вокруг, потому что она чрезвычайно быстро меняется, скажем так. Ну, наверное, только в информации, которая поступает, молодой человек где ее черпает? Только, наверное, в интернете. Ну, я дальше не знаю, где там. Больше как бы в нашем, в телевидении такого нет. В основном это все интернет и компьютеры, в основном. Потому что сколько я вот слышу на эту тему разговоров, все жалуются и говорят, что в основном дети становятся агрессивными, только вот именно общаясь в интернете. Мне кажется, что немножко и родители виноваты. Мне кажется, в этом проблема большая. Ну вот, мне кажется, не досматривают. Мало общаются с детьми, мало разговаривают. Надо побольше обращаться, побольше. Мне так кажется. Информационная среда современного мира агрессивна. Герой нашего времени – циничный сноб, без моральных принципов, стреляющий из двух рук и меняющий женщин моделей, как шины на колесах дорогого авто. Ведь от осознания ничтожности окружающих до осознания себя самого чистильщиком, как говорится, один шаг. Такие происшествия кажутся выходящими за рамки. Увы, это не редкость, просто более резонансный случай. Из-за выбора орудия и места. Это не повод постоянно жить в страхе, но повод задуматься о безопасности себя и своих близких, а также примерном плане поведения в подобной ситуации. Гость нашей программы сегодня – врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Сайков. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Сайков родился в Иркутске, окончил Минский медицинский институт, затем клиническую ординатуру Украинского института усовершенствования врачей. Более 30 лет занимается лечением алкогольной, никотиновой, игровой, наркотической зависимости, избыточного веса, заикания и кожных заболеваний. Имеет сертификаты по психотерапии, психиатрии и наркологии Министерств здравоохранения Беларуси, России и Украины. Женат, отец троих сыновей. Пациент, который ищет помощи, он чаще это делает сам или под давлением семьи или там коллектива? И сами, и под давлением семьи. А это не неизбежность. То есть прежде всего заинтересованы окружающие в том, чтобы человек сделал подобный, ну, такой шаг. И, собственно говоря, толкателями будут, безусловно. К сожалению, по потреблению алкоголя на душу населения и Беларусь, и Россия среди лидеров в мире. Почему так происходит? Ну, вот уже доказано, что уровень потребления спиртного, он тесно связан с экономическим составляющим моментом, с уровнем жизни. То есть, чем хуже, тем... Тем хуже, тем больше. Тем больше. Все-таки людям надо компенсировать вот эту потребность получать удовольствие, наслаждение от жизни. Почему человек пьет? Прежде всего, это стремление получить удовольствие. Второе, это снять какое-то напряжение внутреннее. Напряжение, которое, безусловно, присутствует и которое взаимосвязано с уровнем жизни. Угу. Мы вот не закончили это предыдущее. Мы все-таки говорить о том, что болезнь излечима, это лукавить. Мы как самоцель ставим достижение абсолютной ремиссии. То есть ставим как самоцель достижение воздержания, абсолютного воздержания от употребления того же наркотика. Будь то алкоголь, будь то никотин, будь любой другой вид наркотиков. Ну, послушайте, есть же люди, которые бросили курить и не курят до конца дней своих. Бросили и не курят. Да. Вот представим себе, что существует такая волшебная таблетка или такой волшебный доктор. Приходит пациент, страдающий алкоголизмом, с букетом всех симптомов, отягощающих эту болезнь, развитие ее. Получил эту таблетку, и на завтра он может выпивать так, как выпивал 15-20 лет назад.
контролируя себя умеренно, получая удовольствие, без проблем. Без проблем для него самого и для его окружающих. Вот тогда мы говорили, что это есть такая таблетка, которая излечивает это заболевание. Но такой таблетки же нет. Такой таблетки нет. Речь идет, можно жить нормальной человеческой жизнью, но для этого надо полностью отказаться от употребления спиртного. Ну, а как же понятие культурное питье, да, скажем так? То есть, где-то по праздникам, я не знаю, где-то по случаю. Ну, речь не о том, что каждый день. Вообще, когда я слышу это понятие, то в душе я, так сказать, немножко иронизирую. Но не может быть понятия вообще, оно неправильно. Оно никакого отношения, во-первых, к культуре не имеет. Как можно говорить о культурном употреблении наркотика? Если говорить, как вы... культурно употребили наркотика. Да. Тогда да. Но... целые многовековые традиции, там, виноделия, куда их девать-то? Ну, их не надо никуда девать, но никто не говорит, кстати, что мы так уж намного больше пьем, чем в той же Европе. Мы не больше, но мы пьем крепкий алкоголь, а не пьют вино и пиво. Когда говорят о культуре питья, то говорят о неком своде каких-то правил, что с чем пить будет правильней, чем будет правильнее закусывать, что будет, какой продукт питания будет оттенять вкус этого вина, налитого бокала и так далее. Но это никакого отношения не имеет к культуре вообще, так? И самое главное, оно не подразумевает умеренность питья. Ведь в той же Европе, вы говорите, многовековые традиции, раньше не пили жидкости никакой другой, кроме как вино. И это было связано как раз с гигиеническими вещами. То есть, и воды было мало, собственно. И воды было мало, и тогда, и, собственно говоря, не только в Европе. Я помню случай, когда мне в Молдавии завезли в молдавское село, и один мой знакомый показывал своего отца, и он чуть ли не с гордостью говорил, что вот мой отец ни разу не пробовал воду из колодца, которая у него во дворе, что он все время выпивает вино. Ну, кто-то цитирует постоянно: веселье на Руси есть питье. Да, но веселье... Да. Якобы князь Владимир в свое время сказал. Веселья было не так-то много. Как раз в те времена во Владимирске считалось и постыдно, и грехом большим пить ежедневно, беспробудно и часто. Это не так много было этого веселья. Вот да, когда праздник, это было традиция. Но, к сожалению, наверное, это последние 100 лет... как раз еще в годы, как раз уже советской власти, произошло некоторая метаморфоза, извращение, но все течет и развивается. Когда-то, в конце концов, тот же кокаин содержался в Кока-Коле, да? Угу. Общество признает, что это вредно для общества в целом развитии. И, кстати, вот эта статистика, я хочу в защиту просто белорусов сказать, что почему-то нам преподнесли так, что мы обогнали Россию по пьянству. Я многие долгие годы работаю в России, с проблемой того же алкоголизма и в Белоруссии, я вам скажу, что однозначно у нас таких нету тут в этом плане, что мы кого-то там опередили. Потому что статистика такая вещь, что немножко цифры, как считают, Молдавии, согласен. Да, в Молдавии никто не считает, сколько домашнего вина заготавливает и сколько выпивает. У меня был товарищ, который до 7 тонн домашнего вина заготавливал в год. Конечно, оно столько не выпивалось, и опять же тонами все это потом к следующему году просто выливалось, но заготавливалось в больших количествах. Это раздавалось друзьям. Это количество вообще никто не считает. К другим новостям недели. Минск и Москва урегулировали спор в нефтегазовой сфере и подписали соответствующий протокол. Спор между двумя государствами был вызван падением мировых цен на энергоресурсы. Цены на газ и нефть шли вниз, однако Беларусь платила по фиксированной цене контракта. Разница между задокументированной стоимостью и так называемыми равнодоходными ставками, предусмотренными союзным соглашением, составила на 1 октября около 300 миллионов долларов. В рамках этого решения белорусская сторона должна до 20 октября текущего года рассчитаться по недоплате белорусской стороны за газ в течение 2016 года. С учетом этих обстоятельств белорусская сторона также предложила российской стороне
для создания одинаковых условий для хозяйствующих субъектов принять соответствующее решение, которое позволит белорусским энергетикам сблизить цены на газ с энергетиками Российской Федерации. Впереди работа по подготовке белорусско-российского межправительственного соглашения. Именно оно положит начало единому рынку электроэнергии в ЕАЭС к 1 июля 2019 года. Также решен и нефтяной спор между странами. Москва согласилась восстановить поставки нефти в полном объеме, а Минск, в свою очередь, вернуть прежние тарифы на транзит сырья по своей территории. В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в сессии Совета ОДКБ в Ереване. В нынешнем году Беларусь председательствует в организации, потому глава государства представил свою позицию по приоритетным направлениям. По итогам сессии было подписано более 20 коллективных документов. Председателем Совета Республики Беларуси во второй раз избран Михаил Мясникович. Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании первой сессии Верхней Палаты Парламента 6-го созыва в среду. Первое заседание Нижней Палаты Парламента прошло во вторник. Председателем Палаты представителей уже в третий раз был избран Владимир Андрейченко. Беларусь рассчитывает на новый виток в отношениях с Великобританией. Об этом Александр Лукашенко заявил во вторник на встрече с членом британской королевской семьи, принцем Майклом Кентским. Великобритания по итогам 2015 года в тройке лидеров экономических партнеров Беларуси. Впереди только ближайшие соседи Россия и Украина. Что касается наших межгосударственных отношений Беларуси и Великобритании, то непреодолимых вопросов нет. Если уж быть абсолютно искренним, я могу высказать свою личную точку зрения. Великобритания, наверное, не очень интересовалась ситуацией в Беларуси. И, скорее всего, действовала в фарватере действий Брюсселя. Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений. И очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Беларусью, из ваших уст получат эту характеристику. В Минск принц Майкл прежде всего прилетел также по коммерческим делам. Его консалтинговая компания оказывает услуги в области строительства, телекоммуникаций и финансов. И Беларусь рассматривает как перспективного партнера. Кто хочет стать миллионером, тот не сидит в раздумьях. Любая светлая идея может принести доход, убедились участники стартап-конференции в Минске. Белорусы, например, создали интернет-мессенджер Viber, который недавно выкупил японский миллиардер. Наши программисты объединили геймеров мира в танковых боях. Кто на новенького? Решали на неделе в Белорусской торгово-промышленной палате. В Минск приехали представители норвежской сети инвест-партнеров Seed Forum. Пришло время нам поработать с молодыми парнями и девушками из Минска. Мы провели образовательный семинар, заодно познакомились с вашими авторами стартапов. Несколько идей нас заинтересовали, вероятно, мы поможем их финансировать. Основная доля внимания разработкам в сфере IT. Удивлением и для норвежцев, и для белорусов стала демонстрация на форуме новых моделей Минского велозавода. Почему бы не назвать инновационный транспорт от госпредприятия стартапом? Инновация вот у нас будет, планируется создать технопарк практического проектирования в Минске, который позволит, получив ноу-хау от наших партнеров из Москвы, создать такие компетенции, такие знания, которых пока в Беларуси не было. Это разрабатывать уникальные модели как для мотоциклов, так и для других видов техники. Уборочной техники для закрытых территорий, таких как вокзалы, аэропорты. У меня нет на слуху современных белорусских компаний, честно, жаль. Но из детства есть воспоминания о минских мотоциклах. У меня был такой. Молодые компьютерщики предложили ряд программ и телефонных приложений от глобальных, вроде транспортных перевозок, до досуговых соцсети для футбольных болельщиков. Мы сегодня презентуем стартап infootball.me. Это проект, который призван популяризировать и организовывать массовый футбол среди любителей. То есть мы делаем все для того, чтобы команды между собой могли организоваться, сыграть, бросить друг другу вызов. По сути, сегодня существует разрозненность массового футбола. То есть в одном городе может быть много команд, но они даже между собой могут не догадываться о существовании. Аналогичные сид-форумы ежегодно проходят в странах-соседках. Туда нашим новаторам также путь открыт. Были бы идеи.
вы практикуете уже очень давно. Можно ли сравнивать, допустим, 20 лет назад и сейчас? Проблемы такие же у вас? Ну, во-первых, вот когда говорят бороться с алкоголизмом, то надо понимать, что... Нет, но вы боретесь в каждом конкретном случае, приходит пациент с болезнью, со своей историей. С болезнью у одного этого, второго. Боремся, да. Но в целом-то все равно... В целом понятно, что не надо строить иллюзии, что от того, что я борюсь, что-то такое позитивное происходит в целом в обществе, какие-то глобальные успехи. Но в каждом конкретном случае, да, в обществе это усилия сотен и сотен и наркологов, и целых институтов, тех же наркодиспансеров, направлено на то, чтобы помочь этим людям. И, в общем-то, надо понимать, что когда мы говорим «боремся с алкоголизмом», мы говорим «боремся с болезнью». Можно ли сказать «давайте бороться с инфарктом»? Надо делать профилактику. И когда мы, кстати, говорили о культурном питье, то надо понимать, что алкоголиками не рождаются. Алкоголиком становится, и каждый, кто попал уже в сети болезни, в эту зависимость, так или иначе, он проходил через фазу культурного питья. Масса людей, подавляющее, наверное, большинство людей все-таки, нельзя их называть алкоголиками. Да, они выпивают там где-то по случаю. Вообще есть определенный... Но это не значит, что они придут к вам на прием. Процент больных алкоголизма в обществе примерно одинаковый, независимо от того же Хорошо. Уровня жизни, от зависимости от пропаганды, скажем, правильного образа жизни, он примерно одинаковый, потому что есть наклонность. Но можно иметь эту генетическую детерминированность, иметь этот слабый ген, да, наклонность к развитию болезни, и никогда не стать алкоголиком. Вот тут как раз и врачи-наркологи, и общество в целом, оно может повлиять на эти процессы. К сожалению, вот вы говорили о том, спрашивали, имеются ли какие-то вот изменения сейчас в обществе, в общей картине демографии алкоголизма. Есть, конечно. Когда я начинал наркологом, это было 30 лет назад, да, не было такого понятия «детский алкоголизм». Вот видите, вы удивлены. Честно говоря, я сам удивлен уже вот последние там 10 лет. Это сколько лет ребенку? Вот, чтобы в 12 лет. 12. Ну, в 12 лет, почти подросток. Вот в 10 лет, когда описано, уже сформированный алкоголик. Ну, сейчас вообще не принято говорить алкоголик, алкоголизм. Сейчас говорят алкогольная зависимость. Но у ребенка, еще даже не подростка, у него уже сформирован похмельный синдром, он пьет уже запоями. У него уже элементы начинаются деградации, он еще не развился, а у детей понимать, это достаточно. Что ребенок 10-12 лет, он не зарабатывает еще сам. Соответственно, где он получает это все? От родителей? Почему? А машины на заправке помыть где-то на. С ведром подскочить, дяденька, мы машину помоем. Находит. Как раз находит. Да и взрослые где-то помогут, не понимая, что они делают. Есть очень интересное, вот мы говорили о определенном проценте, да, людей в обществе. Вот вы помните времена нацистской Германии, и Гитлер очень сильно уничтожал всех душевнобольных. Примерно 1% населения, есть такие статистические данные, собственно, составляли эти душевнобольные, они находились кто в клиниках, кто нет, но усилиями нацистов вычищено было почти все. Прошло какой-то период времени, и этот процент восстановился. То есть, тот же 1%. А в нашем случае можем говорить о том, что вот есть там 1-2% людей, которые так или иначе будут это делать, и ничего с этим не сделаешь. Я же говорю, генетическая детерминированность, есть такое понятие. Но, к сожалению, надо признать, что в обществе, в силу того, что может быть неправильная как-то политика самого отношения общества к этой теме была, то все-таки процент именно пьянства, алкоголизации населения растет. И, в общем-то, считается, что даже идет определенная вот деградивные изменения на уровне как раз генотипа человека и общества в целом. То есть процент тех же алкоголиков, он увеличивается. Потенциальных алкоголиков, потенциальных, которых, как вы говорите, есть этот слабый ген. Меня всегда интересовал вопрос, а как вы это делаете?
Меня самого до сих пор интересует эта тема. Это какое-то там, ты больше не пьешь, ты больше не куришь, я не знаю. Ну, вообще надо понимать, если у хирурга его орудием, то с эти... Ваше орудие – это слово, искусство, правильно? Да, орудие врача-психотерапевта – это слово. И возможности вот этого оружия, они очень велики. Так или иначе, вот поломка, которую мы... алкоголизм. Так или иначе, это произошла поломка на уровне, скажем, биохимии. Угу. Прежде всего, биохимии мозга. И вот, кстати, эта поломка, вот мы поэтому и говорим, что невозможно излечить. К сожалению, эта поломка остается с человеком навсегда. Но можно помочь ему жить с этой поломкой. Жить, не страдая. Особенность этой болезни заключается в том, что если человек остановился, не пьет, абсолютно не пьет, то и развитие болезни тоже останавливается. Она его не беспокоит. Но вот для того, чтобы, скажем, было легко, непринужденно жить с этой болезнью, я образно говорю, что своим пациентам, что это тот крест, который вы так или иначе, в силу там, каких-то обстоятельств, в силу своего распущенности, заработали. И сами для себя определитесь, как вы этот крест понесете по жизни. А родственники, которые сидят, скажем, на лекции, они говорят, мы же тоже тащим этот крест вместе с ним. Безусловно, родные и близкие разделяют эту ношу. Недавняя, но очень добрая традиция. 14 октября в пятницу Беларусь отметила Всемирный день матери. В знак уважения и благодарности 28 женщин Минской области получили ордена матери. Это те мамы, которые родили и воспитывают как минимум 5 детей. Кстати, в этом году на празднике была замечена самая юная мать героини. Ей 28 лет. Белорусы не сумели обыграть сборную одной из самых маленьких стран Европы. Все 90 минут отборочного матча чемпионата мира по футболу с Люксембургом подопечные Александра Хацкевича атаковали. Попали и в штангу, и в перекладину. Наконец, за 10 минут до конца новобранец Павел Савицкий провел точный удар. Но через несколько минут в одной из редких атак Люксембурга белорусы сфалили у своей штрафной. При ударе игрок нашей стенки неудачно повернулся и помог мячу попасть в свои ворота. В Минском общественном транспорте появились электронные пособия, навигатор, экскурсовод и бюро справок. На табло можно увидеть дистанцию до остановки, скорость, а также слайд-шоу исторических мест. Кроме того, электронный гид поможет ориентироваться в городе. К концу года в общественном транспорте Минска появится и долгожданный Wi-Fi. А еще эти 7 дней – Всемирная неделя Италии. Итальянское посольство в Беларуси организовало целый ряд культурных мероприятий, в рамках которых в Минск приехал известный миланский дизайнер мебели Энрико Паза. В своих работах Энрико совмещает принципы индивидуального производства. Он рассказал белорусским коллегам приемы, благодаря которым массовое изделие смотрится, словно сделано на заказ только для вас. Сеньор Паза поделился и своими впечатлениями о работах белорусских коллег и архитекторов. Ваша новая архитектура мне понравилась. Это вполне соответствует европейской столице. Стильные высотки, много стекла и бетона. Но также важно, чтобы оставались кварталы, где сохраняется дух старого города, даже если что-то нужно отреставрировать или воссоздать. В рамках экспозиции Италии были представлены предметы интерьера с миланского мебельного салона. Например, эта лампа-шляпка была выпущена к столетию Коко Шанель. Стоимость экземпляра около 7 тысяч евро. Стиль стоит дорого. Это не штучные, но в достаточной мере уникальные, потому что за практически каждым предметом стоит мастерство и навыки и традиции итальянской культуры. Белорусские чиновники не исключили на встрече и сотрудничество наших предприятий деревообработки с итальянскими дизайнерами. 9 госзаводов, прошедших модернизацию, недавно перешли в оперативное управление Банка развития. Главное, в чем сошлись эксперты, сырье итальянского уровня в Беларуси есть. Осталось заполучить итальянский дизайн. Ну а теперь время самых интересных заголовков белорусской прессы. С 1 октября инспекторы ГАИ не забирают талон у водителей-нарушителей. Появился новый бланк постановления. Его используют, если нарушение не связано с лишением прав. Водителю выписывают бланк штрафа, который можно оплатить в течение 5 дней. Еще одна новость. Автомобили ГАИ постепенно оснащают мобильными терминалами для приема банковских карточек.
На рынке недвижимости возросла популярность обменных сделок. В цепочках нередко участвуют до 7 квартир. Схема позволяет менять жилье без дополнительных вложений, либо с небольшой доплатой. Рост популярности обменных схем объясняется сложной ситуацией в экономике. В Варшаве в возрасте 90 лет скончался известный режиссер Анджей Вайда. В кино дебютировал в 50-х и по сей день считается одним из лучших польских кинорежиссеров. Среди наиболее известных картин – «Свадьба», «Земля обетованная», «Человек из железа». В 2000 году Вайда получил «Оскара» за вклад в развитие кинематографа. В 2010-м стал почетным доктором Белорусской государственной академии искусств. Соболезнования родным Анджея Вайды направил президент Беларуси. Сегодня граждане союзного государства спрашивают о социальном обслуживании в Беларуси и о круизах по Припяти. Я гражданин России, но в Беларуси у меня живет отец. Ездить к нему у меня нет возможности. Можно ли оформить социальное обслуживание и сколько это будет стоить? Да, можно. Наиболее востребованная форма – помощь на дому. Ее сейчас получают почти 90 тысяч нетрудоспособных жителей Беларуси. Развивается также служба сиделок. Тариф 35-50 копеек в час. Это в среднем 15 российских рублей. Слышал, что в Беларуси начинает работу круизный лайнер. Правда ли это? Да, это так. В Пинске сейчас заканчивают строительство первого круизного лайнера, который будет курсировать с марта по октябрь между Мозырем и Брестом по рекам Муховец, Пина и Припять. Судно рассчитано на 35 человек, 16 кают разных классов. В среднем сутки круиза обойдутся в $130 на двоих. Дмитрий Сайков, врач-психотерапевт, наш гость, и мы продолжаем. Еще один бич нашего времени – депрессии, с которыми наверняка тоже к вам обращаются. Как вы думаете, почему они так распространились? Есть такое понятие – алкогольная депрессия. И тогда уже как бы… Это что значит? Это вот как раз человек, страдающий наркологической проблемой, алкоголизмом. У него в ходе дальнейшей алкоголизации развивается эмоциональное нарушение как проявление депрессии. Угу. Есть такой термин, понятие алкогольная депрессия. И вот в этом состоянии человек как раз и выпивает, ему вроде бы становится лучше. В конечном итоге это как собака, кусающая собственный хвост. Угу. То есть, с одной стороны, это... Сейчас лучше, завтра опять хуже. Да, это, с одной лучше, стороны, вот это эмоциональное нарушение, это как результат как раз алкоголизации. С другой стороны, алкоголизируется человек для того, чтобы улучшить свое настроение. Ну, а в целом сейчас депрессия, это как раз... Ну, почерк нашего времени, такой штрих, который тоже еще предстоит, скажем, расхлебывать. Это как раз это уже следствие развития вот индустриализации, напряженности жизни, неумение снять какое-то лишнее напряжение. Тоже происходит поломка на уровне, опять же, биохимии мозга, которые достаточно сложно помочь и оказать помощь. Ну, последний уже вопрос. А как вы сами снимаете стресс, напряжение, боретесь с хандрой? Ну, я и своим пациентам всегда советую. Собственно говоря, и на себе это проверяю. Всегда надо найти вот этот позитив, здоровый позитив в жизни, и наслаждаться не спиртным в жизни, а самой жизнью, да? Ну, почему? И зарядка, и физкультура, и в тренажерку сходить, и в бассейн пойти поплавать, и баня. И в конце концов, вот у меня есть увлечение. Ну, охота, рыбалка. Рыбалка – это не всегда пьянка. Значит, надо... Я в курсе. Я тоже иногда езжу на рыбалку. И это дает мне позитивный заряд, который, скажем, позволяет снимать напряжение. Что ж, спасибо вам большое. Удачи вашим трудном, нелегком, но очень важном деле. Будем стараться. Спасибо. Напоминаю, гостем нашей программы был врач-психотерапевт Дмитрий Сайков. Ну, а у меня на этом все. Увидимся, как всегда, ровно через неделю на телеканале ТРО. До встречи. Если начнем считать, какое государство кому дороже, далеко зайдем. Мы этого делать не будем. Мы хотим равноправного сотрудничества, и никогда Россия с нами проблем иметь не будет. Даже если у нас к власти придут другие люди, а не Лукашенко, проблем не будет. Весь мир интегрируется, даже супердержавы. Индустриально развитые страны создают экономические и политические объединения. Эффективно развиваться в одиночку невозможно.